Друзья, мы сейчас стали свидетелями происшествия. И как реагируют спецслужбы Вены? Значит, человек, непонятно, то ли он упал с моста, то ли прыгнул, решил покончить жизнь с собой, но он как бы продолжает бороться за жизнь. Вот, и служба, мы подъехали буквально за 5 минут, среагировали, и приехала машина с аквалангистом, прям с баллонами, ну это вот пошел без акваланга, но вышел парень с аквалангом, вот этот вот с пожилетя, с трубкой, просто пловец. Вот, он его сейчас подбирает. Вот, и фактически он спасен. Кто-то бросил, один из работников бросил спасательный круг, но круг к нему не успел доплыть. Подъехала машина, и бедолагу вытаскивают на берег. Он долго боролся за жизнь, вода реально холодная, ледяная. Но он спасен. Да, не часто такое увидишь. Вот на помощь еще один пошел. Вот уже третий пловец. Да, здесь без комментариев. Реально сработали очень четко. Первыми приехали полицейские. Полицейские не ныряли, не бросались в воду спасать человека, хотя это сделать уже хотелось мне. Шли минуты, человек уже захлебывался, но вот приехала такая машина, и оттуда повыскакивали просто водолазы и пловцы, и значит все закончилось хорошо. Тут же приехала скорая, смотрите. Все очень быстро, очень оперативно. Здесь вот полиция, которая приехала самая первая. Вот так вот, друзья, мы стали свидетелями такого происшествия. Просто проезжая под мостом по велодорожке, мы увидели, что стоит с мигалками полицейская машина, и тут же это все у нас на глазах произошло. Респект и уважуха просто спецслужбам, как сработали, как все быстро организовано, четко, упорядочено. Каждый выполняет свою работу. Круто. Да, на мосту собралось совсем немножко людей, и с противоположной стороны мы наблюдаем ту же картину, там тоже приехали и пожарники, и спасатели, все четко. И я не знаю, летит вертолет, я не знаю, летит он сюда или нет. Вряд ли сюда. Пожарная машина также приехала и с этой стороны. Смотрите, вертолет действительно прилетел к нам. Я просто в шоке. Вертолет снижается, вертолет скорой помощи. Вот это чудеса. Столько техники наехало из-за одного человека. Прилетел вертолет, его сейчас эвакуировать будут. Утки разлетаются. Это да. Отдельный пловец поплыл забирать спасательный круг, чтобы ничего в реке не плавало.
просто поражает воображение, выучка и умелость, исправность работы спецслужб, которые так быстро отреагировали, спасли человека. Прилетел вертолет, приехала куча машин, спасателей, пожарников, в общем, полиция, все на месте, все в сборе. Все работают просто как по нотам. Все, там, вертушка улетает. Вертушка не понадобилась, медики забирают его на карете, в карете скорой помощи. Вот. Нет, такой необходимости в вертушке уже нету, вертушка прилетела, спросила, как дела, все нормально, ну окей, я полетела. Все поучаствовали, все отметились, все чувствуют себя бодрячком. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч, пока-пока.